Получить лечение, не отрываясь от привычного образа жизни. Еще недавно пациенты с гематологическими заболеваниями о таком могли только мечтать, поскольку ради процедуры, которая длится несколько часов, им приходилось ложиться в больницу на 2 недели. За год в Новосибирском клиническом центре крови в бесплатном дневном стационаре получили помощь больше 170 человек. Подробнее Наталья Цопина. Затяжная весна, витаминов и солнца не хватает. Все это очень влияет на состояние, говорит Вера Анатольевна. Сегодня она с трудом добралась до 2-го этажа. Но все же состояние лучше, чем в прошлом году, когда она стала первой пациенткой дневного стационара. И не сравнить с тем, что было 5 лет назад. Первый раз я почувствовала себя плохо, когда поднялась на 8-й этаж пешком. Я раньше никогда такого не было. То есть я спокойно, я шустрая была, все время бегала, то есть я ходить не могла. А тут на 8-й этаж, чтобы подняться, я 3 раза передыхала. И когда поднялась, я стала белая. Потом становилось плохо и без долгих переходов. Однако первое время диагноз не могли поставить ни в поликлинике, ни в больнице, куда Вера Анатольевна попала с гемоглобином меньше 50. Да и не просто было проходить лечение в непрофильных стационарах. Мы вообще там не нужны. Вот такие больные, как я, например, как с такими заболеваниями, по крайней мере. Нас туда принимали, значит, терапевтическое отделение, либо в кардиологию. Ну, сами понимаете, что это такое. Когда люди, извините меня, на самом деле сердцем плохо, и нас кладут в палату. То есть на нас вообще внимания никакого. В центре крови, прежде чем приступить к процедурам, тщательное обследование. Эта лаборатория не работает с донорами. Специально создали для дневного стационара. Здесь, например, занимается индивидуальным подбором тромбоцитосодержащих компонентов крови для каждого пациента. Здесь же мы проводим тест тромбодинамики, так называемый, который позволяет провести комплексную оценку гемостаза. То есть для нас самое главное определить у пациента наличие склонности к спонтанному тромбообразованию, что, к сожалению, будет служить противопоказанием для введения эритроцитосодержащих компонентов крови. Дневной стационар запустили в прошлом году. Такую форму работы Новосибирский центр крови предложил первый в России. Уже прошли лечение больше 170 пациентов. В четверг своим опытом наши земляки поделятся в Москве с ведущими гематологами мира на международном конгрессе. Мы принимаем пациентов гематологического и онкологического профиля. А гематологические пациенты – это, конечно, пациенты, которые, как правило, нуждаются в регулярных трансфузиях. И это пациенты, которые приходят к нам с определенной регулярностью. Пациенты онкологического профиля – это пациенты, которые приходят к нам либо перед оперативным лечением для того, чтобы обеспечить адекватный уровень гемоглобина для проведения операции, либо перед химиотерапией. После процедур пациенты в течение 3 часов находятся в комнате отдыха. Медики проверяют их состояние. И только потом отпускают домой. Вера Ладыкина отмечает, благодаря дневному стационару стало больше времени проводить с семьей. И силы появились, чтобы играть с внуком Данилом. Наталья Цопина, Борис Гладких, новости ОТС.